В Советском Союзе была школа такая в городе Самарканде, школа Анатолия Панарина. Боксеры этой школы великолепно били эту двойку, город Самарканд. И так и называлась комбинация, так и называлась «Самаркандский привет». Туловище голова. Боксеры били настолько великолепно школы бокса, что многие пропускали эту двойку, то же самое знали, но падали, потому что «Самаркандский привет» был очень сильно отработан. Великолепная была комбинация. Боксерская двойка выполняется в большом сочетании с работой ног. Один из вариантов боксерской двойки – это двойка под приставной шаг. Боксер выполняет левую прямую, подставляет правую ногу и наносит правую прямую. Называется двойка под приставной шаг. Раз, два. Стойка. Шаг назад. Раз, два. Шаг назад. Раз, два. Шаг назад. Этот же вариант под приставной шаг успешно выполняется, когда левый прямой, то есть левый джеб, наносится в туловище. Раз, правая рука летит в голову. Двойка в туловище, голова. Раз, два. Шаг назад. Раз, два. Шаг назад. И раз, два. Двойка, конечно, выполняется на скачке. Классическая двойка. На скачке, когда боксер выполняет раз-два, взрыв двумя ногами, скачок выполняется. На скачке раз, я уже пришел в исходное положение, рассчитал дистанцию, теперь включаю правую руку, правую ногу одномоментно. Два. Вот как это делается. И раз-два. Полная амплитуда. Раз-два. Раз-два. Двойка. Раз-два. Это классическое выполнение двойки на скачке. Двойка бьется также в туловище. То же самое, двойка. Раз-два. Сюда бьется. Раз-два. Раз-два. Также можно на скачке пробить ее под приставной шаг. Пожалуйста. Двойка бьется под разноименный шаг. Великолепная двойка. Посмотрите. Раз-два. Из разных передвижений отсюда. Раз-два. И раз-два. Под разноименный шаг. И хоп-хоп. Раз-два. Раз-два. Бьется в движении назад. Раз-два. Боксер в движении назад бьет двойку. Раз-два. Навстречу. Раз-два. Двойка – это комбинация, которая прекрасно может быть выполнена после защиты. Как правило, это защита туловища. Например, отклон. Отклон. Раз-два. Отклон. Раз-два. Можно движение назад. Отклон. Раз-два. Отклон. Раз-два. Можно движение вперед. Отклон. Раз-два. Движение вперед. Ну, вот отклонился. Раз-два. Пробил. Иду, преследую соперника. Дергаю. Отклон. Раз-два. Отклон. Раз-два. После разрыва дистанции. Например, после шага назад. Боксер разрывает дистанцию. Шаг назад. Возвращается с двумя ударами. Дергает. Разрывает. Раз-два. Возвращается. Делает шаг назад, возвращается вперед с ударами, с двойкой. Сделал шаг назад, вернулся. Раз, два. Ушел. Шаг назад. Раз, два. Ушел. Боксер, соперник наносит мне удар. Делаю шаг назад, возвращаюсь с двойкой. Раз, два. Шаг назад. Раз, два. Дернул. Шаг назад. Раз, два. Шаг назад. Раз, два. Шаг назад. Раз, два. Двойка в повторе. Первая двойка. Не достали, не попали, может быть, легкой. Вторая двойка в цель. Туда. Раз-два, раз-два. Бьется двойка повторно. Раз-два, раз-два. С дистанции. Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. И раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. Двойка – это комбинация, которая может использоваться как финт. У нас был такой... Слава Богу, здравствующий, великолепный боксер Шамиль Сабиров, который использовал двойку. Раз-два, как финт. Раз-два. Выдергивал соперника, а затем контрил двойкой серии ударов. Или проводил раз-два, легко соперник отрывался, а дальше шла основная комбинация, то есть повторная атака. Двойка как ложная атака. Раз-два, потом... Двойка в развитии. Такая. Раз-два, потом.
серия ударов. Раз, два, оторвался, раз, два, три. Сконтрил, ап. Раз, два, оторвался, раз, два, и так далее, и так далее. Вход в ближний бой после двойки. Пожалуйста, вход в ближний бой. И раз, два, здесь. Пожалуйста, развитие. Раз, два, три. Все это делается после двойки. На-на, ап. На-на, на. С повтором удара сильнейшей рукой. Раз, два, пам. Конечно, двойка не обязательно бьется из стойки полубоком. Она может пробиваться из фронтальной позиции. Боксер двигается, видите, фронтально возвращается, дергает, обманывает, пробивает двойку. А, показал, показал сюда, пробил двойку здесь. А вот, показал сюда, пробил двойку здесь. Вот я двигаюсь. Показал, пробил, пробил. Показал, со смены стойки пробил двойку. Очень много споров, потому по координации движений рук и ног при нанесении двойки. Ну, на самом деле, моя позиция такая. Сколько тренеров, столько методов. Я говорю о своем способе трактовки. Это классический способ, как мы в нашем советском боксе учили бить двойку. Что нужно, что делает боксер? Говоря словами, боксер из положения стойки должен после нанесения двойки должен оказаться в таком же устойчивом состоянии, в таком же устойчивом положении. Он не должен потерять равновесие, видите? Он должен остаться, вложить всю энергию, развернуть туловище полностью, развернуть туловище, включить плечи, бедро одновременно, при этом не провалиться. Активная работа ног. Если это двойка на скачке, посмотрите, скачок. Теперь одномоментная работа бедра и правой руки. Хоп, два. Завернутые, конечно, кулаки, рассчитанная дистанция, боевая дистанция, раз-два, оп, раз-два. Бедро полностью, конечно, включается. Приставной шаг, такая же техника, такая же. Движение назад, движение назад, движение в сторону, пожалуйста. Движение в сторону. Это очень важно, научиться включать бедро, руку правую одномоментно и при этом не провалиться. Ну, по существу это так называемая осевая техника, но именно осевая техника считается, да, сегодня наиболее передовой. Боксер не заваливается, не теряет равновесие, не остается после удара. А я думаю, что вот такая двойка, она и наиболее эстетична, наиболее экономична с точки зрения энергетики. Вот спрашивают часто, джеб, какие различия джеб и двойка. Двойка может пробиваться как один удар. То есть раз-два бьется на счет раз. Так, слитно бьется. Слитное движение. Может через какую-то паузу, так боксер опытный выдерживает, а мгновение так втыкает. Это зависит от ситуации. И от отработанности двойки. Бьют двойку в живот, тык, выдерживают паузу, так поднимаются. Соперник опускает руки, так поднимаются. Это уже боксерские хитрости, боксерские нюансы. Но двойка может биться слитно, максимально узко, чтобы не прошел встречный удар. Здесь плечо, рука. Двойка может биться чуть приспосабливаясь от угла. Траектория может быть разная. Чуть уйти сюда, пожалуйста. Говорят американцы, с ускользанием внутрь. С ускользанием внутрь от руки. Вот сюда бьется двойка. Вот рука идет. Так и называется прием. Двойка с ускользанием внутрь. Так, сюда. Видите, вот сюда. Да, вот сюда уходит. Чуть-чуть, если особенно у соперника широко руки, то и он встречает вас передней рукой, то имеет смысл уйти сюда. Чуть-чуть внутрь. Внутрь, уйти от встречного удара. Двойка – это очень собранная комбинация, которая требует большой собранности. Все звенья тела должны быть под контролем, требует большой отработанности, плечо, рука на месте, узкое движение здесь, смена положения рук, локоть, конечно, не уходит в сторону, вы не заваливаетесь, не опережаете туловищем движение руки. Ваше туловище и бедро вот в этом месте, в этих двух головках пясных костей, вся энергия сюда. Вот сюда, видите, ваша энергия вашего туловища,
энергия правой сильнейшей ноги в головке ударных костей. Вот в эти две косточки вкладывается вся сила. Хоп. Вот она сюда. Хоп. Здесь. Так. Здесь. Здесь. Конечно, полная амплитуда, если дальняя дистанция. Если дистанция не столь велика, боксер может не довернуть, ну, не полностью развернуть тулуч, а столько, сколько надо. Здесь. Вот здесь. Видите, вот прямой угол. А вот угол уже 180 градусов угол, смотрите. Вот 90 градусов, а вот 180 градусов угол. Я полностью развернулся, видите. Поэтому американцы, в принципе, у них и нет в американской терминологии левого прямого. Там есть джеб, но есть правый прямой, потому что этот угол, он 90 градусов и больше. Видите, угол разворота. Именно с этой позиции они оценивают. Вот здесь сочетание джеба и правого прямого. Так, вот это. Вот это биомеханика. На, хоп. Я выполняю двойку, классическую двойку. Раз, два, ухожу. Очень большое натяжение, прекрасная нагрузка. Раз, два. Раз, два. Повторю сейчас, но это будет очень большая величина. Раз, два. 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 Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. И раз, два, раз, два.